Мы знаем, что много международных лидеров, таких как господин Каддафи, считали, что они пожизненно, считали, что они смогут управлять миром, во всяком случае, смогут управлять своей страной. Мы знаем такие конгломераты, как в том числе и Советский Союз, который был огромной машиной, и казалось, что он никогда не распадется. Однако история показывает, что тот, кто считает себя Богом и принимает на себя ответственность за жизни других людей, в том числе убивать этих людей, он всегда не понесет свою ответственность. И мне кажется, что Крым сегодня стал той костью, которая стала в горле на пути агрессии Российской Федерации. Мы, если говорим объективно, то несмотря на наши бюджеты нашей страны, но благодаря Крыму и той ситуации, которая сложилась, сегодня Россия потеряла 200 миллиардов долларов из резервного фонда Российской Федерации. Она имеет сумасшедшие проблемы в Сирии, в Турции, в международном сообществе, вкладывая сумасшедшие деньги, чтобы как-то вернуться, закарабкаться. Однако это все лишь фарс и театр абсурда. Мы четко понимаем, что Россия на пути международной изоляции, экономической изоляции. Если мы можем говорить, что сегодня построили какой-то мост, энергомост в Крыму, то завтра в Крым будет строить пенсионный мост, зарплатный мост, здравоохранительный мост. Это все искусственно, это все строится на каких-то украденных деньгах, украденных у ЮКОСа, украденных еще кого-то.